Сегодня, на сегодняшний день можно уже констатировать, что за 7 последних дней собрано 24 тысячи подписей в поддержку, так сказать, выдвижения Владимира Владимировича Путина на пост президента Российской Федерации в 2018 году. В общем-то, идет все достаточно бойко. Это не одна точка наша, это несколько точек в Краснодаре. Кроме того, ведется агитация и среди населения. Каждый день мы получаем все больше и больше количество, так сказать, подписных листов. А что дальше? Что будет дальше? Ну, мы планируем до конца сентября собрать порядка, побольше, я думаю, 100 тысяч, до 150 тысяч, и отвезти их, естественно, весело через всю нашу страну на автотранспорте в администрацию президента для того, чтобы эти все подписи попали к нашему президенту, чтобы он знал, что Краснодар практически за то, чтобы он стал президентом и на следующий президентский срок. Я уверен, что он прислушается к мнению краснодарцев. А именно когда? На когда назначено это мероприятие? Это до 10 будет октября, с 1 по 10 октября, пока я не могу сказать точные даты, но мы же собираем подписи, они собираются не по заказу. Но можно одно констатировать, краснодарцы активно подписывают, у нас просто не хватает сил, так сказать, собрать сразу все. В принципе, я думаю, можно было и за неделю собрать эти 100-150 тысяч, но сил не хватает пока-то, поэтому немножечко затянется, но, думаю, к концу сентября практически работа будет сделана.